Привет, друзья! Вы на канале Есть Поесть, и сегодня предлагаю вариант, как можно быстро приготовить корзиночки, которые отлично подойдут к завтраку, к ужину, в качестве перекуса, а также их можно подать как закуску к праздничному столу. Количество продуктов берите на свое усмотрение. Ориентировочный список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Сначала я нарезаю мелкими кубиками ветчину. Подойдет любая колбаса или мясо. Размороженное слоеное дрожжевое тесто выкладываю на стол под пыленной мукой. Сверху насыпаю муку и немного раскатаю, а затем нарежу на 12 квадратов. Каждый квадратик укладываю в смазанную маслом форму для маффина. Кладу в произвольном порядке, как придется, только слегка поправляю. Получившиеся корзиночки раскладываю колбасу. Сюда же можно добавить грибы, любые овощи, в общем, на ваше усмотрение. Добавляю тертый на крупной терке сыр. И в каждую корзиночку кладу по пол помидора черри, срезом вниз. Можно также положить не толстый кружочек обычного помидора. К яйцам добавлю соль, молоко, можно положить специи и хорошенько взболтаю. Разливаю смесь по корзиночкам, ориентировочно 2-3 столовые ложки. Главное, чтобы она не вытекала. И отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку выпекаться минут на 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Эти корзиночки одинаково хороши как в теплом, так и в остывшем виде. Очень вкусные, сочные, хрустящие и готовятся очень быстро. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, смотрите другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.